чуть больше месяца. Это значит, что семьи с детьми уже начали планировать январские каникулы. Поход в цирк Никулина на Цветном бульваре – один из самых популярных пунктов детской новогодней программы. Это подтверждает отсутствие билетов в кассе и присутствие перекупщиков на подозрительных сайтах. О том, что делать, чтобы в цирке смеяться, а не наоборот – репортаж Ольги Соловьевой. Билеты на новогодние представления в цирке на Цветном бульваре закончились, но у дверей все равно выстраивается очередь. Люди надеются, что кто-нибудь да сдаст свой билет, но до касс доходят не все. Некоторых прямо у входа перехватывают вот эти люди. В кассах билетов нет, а у них, пожалуйста, не стесняясь, рассказывают о секретах своего бизнеса. Мы там за ней купили там, по 10-15 билетов на каждый сеанс, допустим. Потом вот день-день приезжаем обычно. Ну вот вы спросили за ней, мы будем за ней. Билеты есть на любую дату и в любом количестве, но стоят они в два раза дороже. При виде камеры перекупщик про свои обещания забывает. Меня с кем-то путает. Непосредственно нас не могут ходить в цирк, вы понимаете? Те, кто часто ходит в цирк, спекулянтов знают в лицо. Ведь именно из-за тех, кто скупает билеты и взвинчивает на них цены, не могут сводить детей на представление. Цены в два раза больше. Ну это 100% они накручивают. Угу. Просто так бы не стояли, бы не предлагали бы. Мало ли, это бумажку фантик дал тебе и все. Часть перекупщиков перекочевала в интернет. В сети полно сайтов, которые очень похожи на официальную страницу цирка Никулина на Цветном бульваре. Оформлены в таких же тонах. Есть фотографии с представлений, афиши. Предлагают купить билеты хоть 10 на любой ряд. И складывается впечатление, что продает и впрямь сам цирк. Однако, если прокрутить страницу до конца, то в самом низу серым по черному едва заметно написано: сайт не является официальным ресурсом цирка на Цветном бульваре. Мало кто заметит эту скромную приписку. Цены вдвое выше. Если в кассах цирка место в партере стоит 3000 рублей, то на таких сайтах уже 7,5. У нас билеты кассовые цирка. А вы сам цирк или вроде вы... Нет, в самом цирке билетов уже на новогодние нету, они все проданы. Мы не сам цирк. А просто на сайте написано «Цирк на Цветном бульваре». Цирк на Цветном бульваре, мы его продаем. Билеты на таких сайтах могут оказаться как подлинными, так и подделкой. Гарантий никаких. Цирк Никулина как может борется с сайтами-двойниками, но билеты все равно утекают. Я, к сожалению, вижу на сайтах двойников, которые торгуют нашими билетами, билеты, которые получены даже на целевые мероприятия бесплатно. Руководство цирка рекомендует покупать билеты в кассах на их настоящем сайте или у официального партнера. Ведь если билет окажется поддельным, то претензий предъявить будет некому. Молодой человек, я понимаю, что вы перекупщик. Зачем так бежать? Ведь спекулянтов надо сначала догнать. Ольга Соловьева, Фарид Хананов, Михаил Уткин, Олег Добин, Ксения Волкова. Вести.